Здравствуйте. В студии Анна Свидовская. Это программа «Такой день». Как всегда, для вас самые важные и интересные новости региона. Сегодня в выпуске. Я была в деревне, мне звонит мама и говорит: там лагерь, ты поедешь? Можно было даже не спрашивать. Я сразу ответила: да. Белгородские школьники отправились на отдых в Калужскую область. С каким настроением уезжали и чего ждут от этих зимних каникул? Очень большой пул знаний, очень большой пул практики они нам передают. В регионе продолжают реализацию нацпроекта «Производительность труда». Какие изменения всего за несколько месяцев произошли на одном из белгородских предприятий? В первую очередь закрываем тепловой контур. В Алуйском Уразово продолжают устранять последствия прилетов со стороны ВСУ в конце декабря. Сколько домов уже отремонтировали и когда завершат все работы? Для нас сегодняшний день, он волшебный. И, наверное, впервые за эти тревожные дни мы можем улыбнуться и порадоваться. Получить в подарок цветущую сирень в январе – настоящее чудо. Где и кого будет радовать символ Белгородской области? Подробности далее. А в начале выпуска перенесемся в Москву. Сегодня наш родной край белых гор и черноземных степей, известный сильными духом людьми, раскрыл весь свой потенциал на международной выставке форуме «Россия». 11 января на ВДНХ – День Белгородской области. Для масштабной площадки такие события уже традиционный формат. Субъекты презентуют то, чем гордятся и славятся. В том, что наш регион не только один из географических рубежей страны, с которого в буквальном смысле начинается родина, в очередной раз убедилась Наталья Войтенко. Прямо сейчас ее репортаж из столицы. Сегодня все внимание посетителей грандиозной выставки России приковано к Белгородской области, с которой и начинается наша родина. Как и 4 века назад, когда крепость Белгород стала центром оборонительной черты, сегодня наш край вновь на передовых рубежах. На главной сцене 75-го павильона ВДНХ его прошлое и современность в реальных историях жителей. Именно люди во все времена были и остаются символом несгибаемой воли и стойкости белгородчины. Вот где нам посчастливилось родиться, где на всю жизнь до смерти мы нашли ту горсть земли, которая годится, чтобы видеть в ней приметы всей земли. Да, можно выжить в зной, грозу, в морозы. Да, можно голодать и холодать, идти на смерть. Но эти три березы при жизни никому нельзя отдать. Эмоциональное стихотворение Константина Симонова о родине в прочтении народного артиста страны Михаила Пореченкова открыло день нашего региона на выставке форуме. О том, ради чего живем и в какую сторону идем, гостям рассказал губернатор Вячеслав Гладков. Презентация субъекта со всеми его достижениями и богатствами – не просто сухие факты. Здесь важен каждой из полуторамиллионной белгородской семьи. Ведь, как не раз подчеркивал руководитель области, именно наши люди, несмотря на все трудности, продолжают двигать белгородчину вперед. Наш регион по праву называется краем горняков и металлургов. Здесь 100 лет назад геолог и академик Иван Губкин доказал связь между магнитной аномалией и залегающей здесь железными рудами. У нас есть целые семейные династии, которые начинали формироваться одновременно с созданием крупнейших компаний, которые трудятся и по сей день. Например, семейная династия Мишиных начала работать на заводе ОМК более полувека назад. И это только одна из сотен человеческих историй. Горняки, металлурги, медики, педагоги, аграрии, инициативная, талантливая молодежь – это и есть 31-й регион. Сегодня мы обеспечиваем мясной продукцией почти 20% населения страны. Даем 4 миллиона тонн зерна в год и больше трети всего российского железорудного концентрата. Занимаем первое место в рейтинге Рособорнадзора. И за каждым из достижений – труд простых белгородцев, которые сейчас в сложное для нашего прифронтового региона время сплотились еще сильнее и вместе уверенно проходят все испытания, зная, что делают, понимая свои цели.
огромный запрос у населения нашего региона, нашей Белгородской области, на то, чтобы довести информацию, чтобы все понимали истинное положение вещей и высказать слова благодарности за ту помощь, которую мы получаем. От крупных и малых предприятий, от частных лиц, от коллег-губернаторов. И вот единение в защите нашей земли, единение борьбы с врагом, который цинично наносит удары по гражданским объектам, по беззащитным детям, по старикам, по мирным объектам. Каждый раз, встречаясь с людьми, они говорят: Вячеслав Владимирович, а вы рассказываете об этом? Вот мы пришли, конечно, с этими переживаниями, и я очень благодарен огромному количеству людей, которые сегодня присутствуют на нашем стенде. Я благодарен всей стране, я благодарен президенту Российской Федерации, с которым часто докладываю о текущей ситуации. Он принимает быстрые решения, которые позволяют нам изменить эту ситуацию. Правительство Российской Федерации во главе с Михаилом Владимировичем Мишустиным, заместителем председателя правительства, министром, поэтому помощь есть. Да, сложная ситуация, но мы понимаем, что делаем. Мы все находимся на рабочих местах, и мы будем продолжать все, чтобы приблизить победу. Наталья Войтенко, Александр Поддубный из Москвы, специально для программы «Такой день». Важной частью деловой программы Дня нашего региона на выставке «Россия» стало подписание соглашений с ведущими компаниями, которые, несмотря на все вызовы времени, продолжают инвестировать в развитие субъекта. Одно из соглашений, которое заключили сегодня на полях форума, касается программы социально-экономического партнерства между региональным правительством и металлоинвестом в 2024 году. Общий вклад сторон составит порядка 4,5 миллиардов рублей, из которых почти 2 – инвестиции компании. И геополитическая ситуация тяжелая, и экономическая непростая, но компания продолжает развиваться. У нас впереди очень масштабные проекты. Для этих масштабных проектов необходимы огромные ресурсы. Самый наш главный ресурс – это люди. Поэтому мы развиваем Старооскол, развиваем Губкин, Железногорск, создаем комфортную среду для наших жителей, создаем условия, чтобы семьи жили там поколениями, создавались династии для воплощения всех наших стратегических задач. Помимо благоустройства двух крупных городов региона, создания в них комфортной среды, развития здравоохранения, образования, профессионального и любительского спорта, компания поддержала Белгородскую область и в трудной ситуации. Выделила средства на восстановление домов, пострадавших от недавних обстрелов ВСУ. Это не только один из главных источников поступления налога на прибыль в регионе. А напомню, что у нас больше 65% основного налога, за который формируется доходная часть, а значит обеспечивается расходные обязательства, это наша металлургия. Но вопрос, вот о чем говорит Олег Александрович, о том, что есть еще человеческие взаимоотношения. И вот эта своевременная помощь, да, она великого стоит, потому что здесь же делается не для какого-то вот там какой-то статьи в журнале или для какого-то интервью. Это делается именно для того, что чисто исходя из человеческих побуждений. Если у нас есть такая помощь всех предприятий, начиная с «Металлинвеста», еще раз, несмотря на сложную обстановку, мы справимся с любой бедой. Еще один инвестиционный проект касается увеличения объемов добычи железной руды на Яковлевском ГОКе. Правительство области будет его реализовывать вместе с акционерным обществом «Северсталь Менеджмент». Договоренность закрепили подписанием соответствующего документа. В частности, производственные мощности планируют увеличить к 2026 году. Кроме того, предусмотрены мероприятия, направленные на развитие горнодобывающей отрасли Белгородской области. Еще одно совместное соглашение направлено на улучшение экологии, бережливого отношения к окружающей среде без снижения темпов промышленного производства. Стороны будут сотрудничать при реализации комплексной системы очистки сточных вод, которая образуется в процессе работы шахты. На сегодняшний день мы системно и планомерно развиваем Яковлевский ГОК. В 2017 году Яковлевский ГОК перешел в собственность компании «Северсталь» с объемом производства 800 тысяч тонн. На сегодняшний день, 2023 год, мы закрываем с объемом производства 3 миллиона 400 тысяч тонн. То есть рост в 4 раза. И дальше мы планируем расти планомерно до 5 миллионов тонн. Объем инвестиций, включая 2023 год, уже составил 29 миллиардов рублей. Инвестиционная программа на 2024 год –
Яковлевский ГОК составляет более 6 миллиардов рублей. Мы системно модернизируем, развиваем свое производство и одновременно стараемся помогать регионам в направлениях социального сотрудничества, поддержки, восстановления разрушенных зданий и так далее. Еще одно соглашение, заключенное на форуме «Россия» с управляющей компанией «ЭВКО». Масштабный проект предусматривает строительство биотехнологического завода кормовых ферментов в поселке Белая Вежа. Объем инвестиций составит более 9,4 миллиарда рублей. На производстве создадут не менее 70 рабочих мест. Планируется, что объем выпуска продукции составит порядка 2000 тонн в год. Как отметил глава региона, это станет дополнительным стимулом для развития агропромышленного сектора области. В День области на нашей площадке на ВДНХ, конечно же, были и те, кто прославил родную землю своими талантами и мастерством. Вместе с сотнями других гостей они открыто делились своими чувствами к белгородчине. Богдан Арисланов продолжит. Безусловно, во всех смыслах сердце нашего белгородского стенда – это копия стихийного мемориала, возникшего после трагедии в центре областной столицы. Сотни людей несли туда цветы и игрушки. Символ жизни навсегда останется для белгородцев место памяти. А вокруг десятки тюльпанов, олицетворяющие силу всепобеждающей любви. Этим теплым чувством с Белгородом и регионом в целом сегодня делились все. Белгородская область – это моя родина, моя малая родина. Частичка моей души, не знаю. Я, скажем, не оторвался от Белгородской области. Я регулярно бываю в Старом Москве, у меня родные все там. Мы постоянно проводим сборы, наставляем молодых ребят. Для меня очень важно быть сегодня на этом мероприятии, потому что я живу в Белгороде и тренируюсь там, стараемся поддерживать военных, занимаемся подрастающим поколением. Именно на площадке нашего региона сегодня больше всего слов звучало о стойкости и, конечно, о будущем, где важен каждый белгородец. Атмосфера, которая никого не оставила равнодушным, речь главы области, на которую откликалась душа. Это было трогательно, душевное, доброе выступление. И между строк всего, конечно, цифры, которые говорят о том, что Белгородская область идет вперед, развивается, несмотря на то, что, в общем, вокруг происходит. И для меня сегодня не просто событие, а вот прям очень важный день. Важный для каждого, кто чувствует, после всех последних событий сердце нашей Родины сейчас бьется в Белгородской области. В знак поддержки на всех стендах выставки «Россия» и даже на Останкинской башне появились такие важные для каждого жителя столицы региона слова. «Белгород, наши сердца с тобой». Необъятная, уникальная и такая разная. На выставке форуме России представлены 89 регионов нашей единой братской страны, где каждый житель готов стать на поддержку, особенно в трудное время. Богдан Арисланов, Александр Сысоев из Москвы для программы «Такой день». Продолжим. Накануне вечером почти 250 школьников из областной столицы отправились в Калужскую область. Там они проведут 21 день в оздоровительных лагерях. Напомним, в связи с оперативной обстановкой в Белгороде, как и в ряде других муниципалитетов региона, принято решение продлить зимние каникулы. Однако у родителей, которые опасаются оставлять детей дома одних, благодаря инициативе губернатора, появилась возможность отправить их на время в другие субъекты. Для многих ребят событие волнительное. Едут так далеко впервые. Родители делятся. Сейчас для детей эта поездка особенно необходима. Он очень сильно испугался, он психологически измотан, то есть ребенок не спит, плохо ест. Переживаем за своих детей, которых по этой причине и отправляем, чтобы это всего не слышать. И не наблюдали они, знали, что мир существует другой, с другими положительными эмоциями, которые мы хотим, чтобы они там все-таки получили на этом отдыхе. Для ребят постарались создать все условия. На базах отдыха пятиразовое питание, развлекательные образовательные программы, игры, конкурсы. Все, чтобы дети провели время весело и с пользой. Я была в деревне, мне звонит мама и говорит, там лагерь, ты поедешь? Можно было даже не спрашивать. Я сразу ответила «да» и прокричала это на всю комнату. Пускай все будет хорошо. Да, Тим? Ты хочешь лагерь? Да. Спасибо большое, что нас отправляют. Да.
Особое внимание – комфорту и безопасности в дороге. Перед посадкой измерили температуру, каждого снабдили набором продуктов. Сегодня утром дети благополучно добрались до Калуги. Медики и спасатели встретили их на вокзале, организованно доставили к месту отдыха. Первый заместитель министра образования региона Андрей Мухартов отметил, представители Белгородской области заранее посетили лагерь и убедились, что ребята будут жить в достойных условиях. По окончании каникул они продолжат образовательный процесс. Сейчас рассматривают как очные, так и дистанционные форматы. Чиновник подчеркнул, поехать в лагерь может каждый ребенок. Просьбы родителей мы сегодня имеем. Родители могут обратиться в школу с заявлением о том, что они хотели бы отправить ребенка на отдых. Эти заявки обрабатываются в управлении образования, и по мере того, как нам коллеги предоставляют возможность в других регионах, мы формируем группы. По плану на этой неделе белгородские школьники также должны отправиться в Липецк, Тамбов и Пензу. А вот этими кадрами с нами поделились коллеги из Калуги. Наши юные земляки разместились в удобных номерах и первым делом принялись за сытный обед. Каждый уже нашел занятие по душе. В гости к ребятам приехал губернатор Калужской области Владислав Шапша. Как настроение? Откуда приехали? Рассказывайте. Все из Белгорода или еще из каких-то городов? Добрались хорошо? Да! Разместились хорошо? Да! Что, вас уже покормили? Да! 29 и 30 декабря атаки со стороны формирований киевского режима подверглась и Валуйская Уразова. Там обошлось без жертв, но повреждения получили 75 объектов. Сейчас строители восстанавливают дома. Подробности у Татьяны Куликовой. Я находился в доме, как раз был прилет, и стекла посыпались, я на пол сразу упал. Ну и жена испугалась, конечно. Вот. Сразу у нее давление поднялось, пришлось и скорую вызывать. Так Евгений из Уразова вспоминает декабрьские события. Снаряд упал в огороде, взрывная волна выбила окна. Сейчас уже все починили, завершают ремонт поврежденной хозпостройки. Еще один прилет был в лесополосе неподалеку. От разлета осколков спасло то, что стояла сырая погода, рассказывает местный житель Валерий. В его доме тоже вылетели стекла. Спасибо, лужа там была. Она в лужу воткнулась, осколки хоть не улетели, грязь он только на окна влетела оттуда. Сейчас уже завершают остекление. А здесь снаряд попал прямо в дом. Хозяйка с двумя детьми была на кухне. При первых взрывах все спрятались в углу прихожей. Специалисты строительной организации вспоминают картину, которая открылась им, когда приехали на объект. И вот оно аккурат сюда прилетело, и все вот это вот, ну, приехали, оно стулки, все вот туда сбегло, все. То есть, если бы они там остались, это ай, глиной привалило, вот это повезло им вообще. Сейчас владельцы временно переехали, пока здесь трудятся рабочие. Крышу сделали еще 31 декабря. Сейчас приступили к внутренней отделке. Потолок, ламинат, плинтуса, все это убирается. Там будет утепляться, тут будет гипсом зашиваться. Сразу после обстрелов администрация провела подомовой обход. Оценили ущерб, разработали план и очередность действий. Ситуацию держат на контроле. В первую очередь закрываем тепловой контур. И жителям сразу объясняем, есть и хозпостройки повреждены, что сначала домовладение, потом хозпостройки, заборы. И ну, все равно все делаем. Если транспорт пострадал, тоже у нас было 8 автомобилей, пострадали, денежные средства пришли, жителям вернули все, компенсировали, независимо от оценщика. В зависимости от марки автомобиля и года выпуска транспорта. Ведутся работы также и на ранее поврежденных домах. Так, в селе Соболевка продолжают буквально с нуля восстанавливать дом, в который был прямой прилет снаряда. В декабре сменили подрядчика. Уже стянули и обшили стены снаружи. Пустили отопление. Сейчас готовятся к поклейке обоев, укладке полов. А в Уразово из 72 частных домовладений, попавших под обстрелы со стороны ВСУ 29 и 30 декабря, 15 уже полностью отремонтировали. Остальные сделают до 1 февраля. Татьяна Куликова, Александр Кветко. «Такой день» на Мире Белогорья. Продолжают восстановительные работы в Шебекинском округе. В частности, приводят в порядок центральную районную больницу. Напомним, учреждение, как и многие другие объекты, подверглось обстрелу со стороны украинских формирований в начале июня прошлого года. На сегодняшний день специалисты уже заменили окна и частично штукатурили фасад. Более подробно о ходе работ рассказала главный врач ЦРБ Олеся Нестеренко.
У нас были повреждены фасады терапевтического корпуса, хирургического корпуса и поликлиники взрослой. В первую очередь была восстановлена взрослая поликлиника, потому что первым был начат амбулаторный прием пациентов, и нам было важно именно этот объект восстановить. А после чего мы приступили к восстановлению стационарных отделений. На данный момент параллельно идет и восстановительные работы фасадов, и также мы ведем прием пациентов в этих корпусах. То есть некоторые этажи уже функционируют. Еще планируется замена кровли, это порядка 1500 квадратов, потому что все-таки была посечена осколками и требуется замена. И вот мы ждем более благоприятных погодных условий для того, чтобы ее осуществить. К счастью, прямых попаданий не было ни в один из корпусов, поэтому мы смогли достаточно быстро вернуться к своей работе и оказывать помощь нашим жителям. Умение оказать первую помощь порой становится реальной возможностью спасти жизнь человека. Во время последнего оперативного совещания правительства региона губернатор Вячеслав Гладков поставил задачу до конца января обучить таким навыкам госслужащих и бюджетников. Сегодня фельдшеры станции скорой помощи провели мастер-класс для сотрудников областной администрации. На занятии отрабатывают действия при неотложных состояниях, в частности, в случае, когда человек без сознания, если есть травмы или открытое кровотечение. Базовые знания подают в виде лекций, параллельно отрабатывают на практике. Полученные навыки участники тренировали, используя жгуты, перевязочные комплекты, согревающие одеяло и другие средства. Медики рассказали, что уже были случаи, когда слушатель подобного курса оказал доброчебную помощь пострадавшему до их приезда. Урок длится 3 часа. Специалисты говорят, что этого достаточно, чтобы дать базовые знания. Именно основные темы, которые мы проходим, сердечно-легочная реанимация, кровотечение и травмы, этого достаточно. Как раз по часу отрабатывается каждая тема. Также есть более расширенные курсы, которые проходят на базе медицины катастроф. Там на целый день рассчитано, там уже более рассматриваются уже все темы, которые относятся к первой помощи. Это ожоги, отморожения, отравления и другие. Бесплатное занятие по оказанию доврачебной помощи для всех желающих проводят также на площадке культурного центра «Октябрь» и в ЦМИ. Актуальная информация на странице Министерства по делам молодежи ВКонтакте. Цветущая сирень в январские морозы теперь будет радовать сотрудников и пациентов медицинских учреждений областного центра. В рамках реализации проекта Белгородского госуниверситета в честь 70-летия со дня образования региона в ботаническом саду вырастили кустарники. Несколько из них сегодня утром привезли в хирургическое отделение 2-й горбольницы. Такой подарок получать неожиданно и очень приятно. Для нас сегодняшний день он волшебный. И, наверное, впервые за эти тревожные дни мы можем улыбнуться и порадоваться. И хочу открыть секрет, что на утренней планерке все сотрудники уже спрашивают, где эта наша сирень цветущая. И я думаю, что сегодня каждый подойдет, порадуется этому великолепному растению и ощутит этот невероятный аромат. Много лет шла реализация проекта «Белгородская сирень». В рамках реализации этой программы в ботаническом саду и на территории университета изучаем очень досконально и глубоко эту культуру, так как она является символом победы, символом мира. И мы считаем, что эта культура достойна, красиво заполнять всю Белгородскую область и все наши районы. Белгородская сирень – символ чистоты и победы. Благоухающие растения медикам передали в знак благодарности за их труд. За последние дни они не раз спасали жизни белгородцев. Первые дни Нового года – это очень необычный подарок. Белгородская сирень – это символ Белгородчины, символ победы, символ самоочищения. Для нас сейчас это очень важно, потому что у нас на лечении находится более 500 детей, их родителей. И увидеть цветущую сирень в начале января, я думаю, это очень положительные эмоции и стимул для выздоровления. В завершении выпуска вернемся к теме экономики. На территории области продолжают реализацию нацпроекта «Производительность труда». За 5 лет с помощью экспертов регионального центра компетенций более 100 белгородских предприятий сумели повысить ключевые показатели и, как следствие, увеличить доходы. В марте 2023-го участником проекта стала еще одна компания «Русский инструмент». Какие изменения там произошли всего за несколько месяцев, расскажет Кирилл Мусаев.
Русский инструмент на рынке уже более 20 лет. Предприятие специализируется на производстве металлообрабатывающего инструмента. Более 700 позиций здесь выпускают по программе импортозамещения. География поставок – вся Россия и страны СНГ. В планах – Южная Америка. Компания стремится к постоянному развитию, поэтому приняли решение присоединиться к национальному проекту. Ведь всегда есть что улучшить. Появилось в хорошем слове бацилла бережливого производства. То есть люди начинают переживать за то, что какие-то ошибки, какие-то проблемы, фиксируют их. Вместе стараемся это решить. Очень большой пул знаний, очень большой пул практики они нам передают. Обязательно будем продолжать использовать у себя дальше. На первом этапе, который длился 3 месяца, рабочая группа из сотрудников предприятия провела диагностику пилотного потока. В этом им помогали эксперты регионального центра компетенции в сфере производительности труда. Вместе удалось выявить основные проблемы на производстве и составить подробный план их решения. Мы занимаемся снижением времени протекания процесса с 17 суток до 14. Снижаем незавершенное производство с более чем 8 тысяч, менее чем к 4 тысячам и увеличиваем выработку в сутки на одного человека. Кроме того, работники компании прошли обучение по основным инструментам бережливого производства и внедрили производственный анализ. В следующие 3 месяца команда проекта реализует намеченный план по оптимизации пилотного потока. Самое важное на предприятии – это вовлеченность всех сотрудников в изменение не только себя, своего рабочего места, но и в целом продуктовой цепочки. То есть мы обучили всех сотрудников предприятия инструментам бережливого производства. Теперь они самостоятельно это тиражируют на своих рабочих местах. Соответственно, идут изменения как на производстве, так и в целом в логистических цепочках на самом предприятии. Организации, желающие принять участие в национальном проекте «Производительность труда», могут подать заявку на его официальном сайте и пройти отбор. Кирилл Мусаев, Денис Копач. Такой день на Мире Белогорья. Ну а на этом пока все. В студии работала Анна Свидовская. Оставайтесь с Первым областным, чтобы быть в курсе событий региона. Еще больше интересного в нашем телеграм-канале. Увидимся уже в следующих выпусках такого дня. До встречи!